Сегодня утром экстренные службы города были подняты по тревоге. Поступил вызов о возгорании на территории завода управления «Севмаша». Пожарные расчеты прибыли на место в течение 2 минут. К этому моменту уже велась эвакуация работников. Предположительно, очаг возгорания находился в помещении электрощитовой. Очаг удалось потушить за 15 минут. За 15 минут очаг возгорания был ликвидирован, пострадавших нет. По данному происшествию проводится проверка. Администрация «Севмаша» уделяет большое внимание вопросам безопасности. У нас регулярно проводятся противопожарные учения, проверки в цехах и подразделениях на соответствие необходимым требованиям пожарной безопасности. Сегодня проводились пожарные учения в доме «Корабела». Проходила эвакуация условных пострадавших. Оценка учениям удовлетворительна. Накануне же сотрудники правоохранительных органов оцепили здание ДЮСШ-1 и городской стоматологии. Так в городе Корабелов проходят масштабные антитеррористические учения.